Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Миссионерский отдел Чеченской епархии совместно с добровольцами движения «Добрые дела» и отделом религиозного образования организации Чеченской епархии проводят в Чечне уже третью акцию. Акция, которая называется «Секта Стоп». Цель акции – предупредить жителей нашего города об опасности секты свидетелей Иеговы, которая несет разрушающую свою идеологию в души людей. Ежегодно гибнет до 100 человек в связи с тем, что свидетелями Иеговы нельзя переливать кровь, а это и дети, и взрослые. В некоторых случаях медицинские работники обращаются в суд для того, чтобы переливание произвести. Но иногда, если там дорожно-транспортное происшествие или другие какие-то такие вот катастрофы, это уже невозможно сделать, и люди умирают. Нами также был организован сбор подписей с требованием к властям Забайкальского края, к правоохранительным органам провести проверку деятельности секты и также запретить. И вот в ходе сегодняшней акции было собрано 17 подписей. Все на любви обильно, все так хорошо, здорово, как в раю там. Ну, конечно, вообще. Дело в том, что когда мы начали возрождать православие на Руси, вот после годов гонения на православных, люди не знали, куда приткнуться. Они имели духовное искание, а храм у нас был один православный. Ну, я не говорю за эту организацию, я говорю вообще, почему сюда могли приходить люди. И видя надпись, там, допустим, «Зал царств», «Христиане», вот эти слова, они притягивали людей, потому что вот это духовное искание их тянуло туда. Они приходили, а знаний у них не было о том, что они, ну, там, приобретали. И вот таким вот образом попадали сюда, хотя, ну, не знали, что это именно организация свидетелей Иеговы, там, как она называла себя христианами, думают, что там Бог. Я еще раз повторю, что мы не против людей выступаем, которые приходят, даже и не против самих организаторов, а против именно организации.